намечены дороги. Я выбился из сил, в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Коль желаешь, расскажу. И волки среди ночи забыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Вскоре возвратился, сужен наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Коль желаешь, расскажу.